А я записываю на видео, потом выставлю все YouTube на мой канал. Вот то, что этот разговор. А? Номер? Я сказала вам номер. Значит, номер 177-3544. А? Почему так долго? Алло. Нет, это не канализация. У вас все должно записано быть в Махшеве. Как что это? А? Что около счетчика? Это не канализация, это вода с майнотодором. Я спрашиваю, почему до сих пор каблана нет? Я читаю, что написали. Вас зовут Элла? Яна зовут. Я номер тогда Дзиута вам дала. И номер Крии. Наберите тогда Дзиут тоже. Месяц назад. Месяц назад открыта заявка. Да, я вижу. До сих пор вы ждете, и он не пришел? Он пришел, говорят, я сегодня звонила в 11 часов утра и сказал, что он не может это сделать, потому что это большой пицуц. Да. У вас есть новый номер насчет заявки. Новый. Какой номер? Какой? Ну, какой номер? 178. Да. 7320. Это старая заявка. Это не старая. Вот эта заявка, вот этот номер, что я вам сейчас дала. Ну, так он отчитался по этой заявке, что он все сделал. Я вас не слышу. Он отчитался по этой заявке, что он все сделал. Мне в тот раз я звонила в Айдарбе и сказала, что все сделано. На самом деле, только он сделал незык. Я вам говорю то, что мне сейчас сказали главное. Так, мне сказали, что этот каблан, он был в 11 часов утра и сказал, что он не может это делать, должен другой каблан. К нему позвонили, он вот эту работу не делает. А кто делает? Ну, давайте мне номер каблана нового. Не, вы не должны к нему звонить. Как не должна звонить? Вы не должны к нему звонить, он должен прийти к вам. Это там большая проблема есть у вас. Так почему вы месяц уже не идете? Это блестит, я позвоню сейчас Миштару и в суд на вас подам, потому что вы чините полное беззаконие. А? Всего хорошего, до свидания. Пойдем. Когда придет каблан, я спрашиваю. Какой каблан? Вы уже месяц целый мне говорите, что он позвонит. Месяц, есть там проблема, все знают это. Илья, все знают, и никто ничего не делает. Что Илья? Что, кто все знает? Я сейчас позвоню Миштару, сейчас Миштара приедет, потому что вы преступление чините, понятно, против людей. Вы ставите кольчики, заботитесь о здоровье, а, блядь, вас не волнует ничего, никакие эти, что у людей такая беда, вас это не волнует, но зато вы вас волнует, чтобы кольчики всем поставить. Да, если вы так думаете.